Здравствуйте, друзья! С вами DIY Рукоделие. Сегодня четверг и Хоровод ремесленников. Сегодня мы делаем шкатулку. И я всех призываю в конце видео перейти по ссылкам, посмотреть работы других участников.
Так, друзья, вот такая у меня получилась замечательная шкатулка. Это моя шкатулка. Если вам нравятся мои эксперименты, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, делитесь со своими друзьями. Мне это очень важно и необходимо. А сейчас мы пойдем смотреть работу других участников нашего проекта, которые также красивые.